И нам нужно с собой брать полотенце. Рики, ты чего? Ты что, совсем у меня столько одежды нет? Я не знаю, что мне надеть. Доброе утро, нет. Дети мои. Карина меня одеяло забрала. Да ты что? Ты свое должна была принести. Нет, папа меня украл с Карина. Доброе утро, Соня за Соня. А где ноги тут? Чьи ноги? Ксения. Ксения ложила ноги на твою подушку? Да. Нет. Ваня, ты чего? Все, просыпаемся, подъем, подъем, подъем. Время 9:30. Мы сейчас быстренько пойдем что-нибудь купим, покушать продукты, и нам нужно еду Бонти купить. Ксюша. Вот у нас кто без еды остался. А, вот она встала уже. Доброе утро, мадам. Дай 5. А мы сейчас будем покупать наш корм. Так, последний раз я купила... Какой я покупала последний раз? А, вот такое вот я брала. Нет, это 8+. Вот этот вот, по-моему. Или нет? Или вот такой вот тоже можно. Тут интересно отдельно для собак. Это вот йоркширский терьер. Чихуахуа. Тоже чихуахуа, пудель. Чем, интересно, они отличаются? Для каждой собаки, но тут нет. Шпица. Так, взяли вот такой вот корм. Еще взяли для Кики. У Рики есть, а у Кики нет. Рики, Кики. Так, и вот такие вот вкусняшки, косточки с мяском для Бони. И мы сейчас поедем за продуктами, немножечко возьмем продуктов и домой. Так, все, мы закупились. Поедем сейчас домой. Время уже 11:20. Папе нужно на работу сегодня. Работать, работать. Увидела черешню. Взяла черешню. 100 грамм 99 центов. Почти 1 франк 100 грамм. А пока мы закупались, уже дождик прошелся. Все в капельках. Так, и нам подарили вот такой вот напиточек. Была акция. Это рулетка. Удачи. 20%. Что это такое 20%? Я выиграла 20%. В общем, на улице стояла машина и раздавала вот такие вот напитки. Фокус Water. С лимоном. Да, вкусная, с лимоном. И что это такое? Антиокс, лимон и лайм. Вкусная водичка. Кисленькая. Жажду утоляет. Смотрите на этого хомяка. Напихал свои щеки. Да. Как, на денежку и как тоже с мультика так... прям, вот в мультике такие хомячки с такими этими щеками. Посмотрите, ну что это такое? А? Рики, ты чего? Вот это хомячина. Мам! Когда у него полные щеки, лучше его, наверное, не трогать. Ксюш, ты ему так много не насыпай. Ему нужно ложечку маленькую. Вот сейчас пойдет прятать. Вот у меня хорошая девочка такая. Девчуля. Сосунь я туда. Девчуля. Что она будет делать? Да, он вчера вот тут норку такую сделал. Смотрите, огромную. Мама, убери. Можно я посмотрю? Копал, наверное, всю ночь. Работал. Уже все пустые. Рики, ты что? Иди сюда, смотри, все, освободил. Знаешь, почему много не нужно давать? Потому что они, потом, они еду прячут, да, и забывают. Потом там будут букашки. Букашки, да, заводятся. У нас нету больше букашек. Нет. Ну вот помнишь, раньше было? Угу. Потому что ты много давала, и Кики у нас прятала везде. Вот он умывается. Ну, по опилке забыла. Я пошла монтировать влог вчерашний. Вчерашний влог, потому что мы вчера так устали, я пришла и ничего не смонтировала. Блины нет. Мандарины. Нет, там не было мандаринов. Какие мандарины? Сейчас нет мандаринов. Взяла я малинку, голубику и виноград. Малинка, поп-поп. А хочешь вы? Вот малинка. Кислая. Красивая, но кислая. Мы опять купили арбузик. Угу. Вкусный? Да. Сладкий? По-моему, в этот раз лучше, чем прошлый. Угу. Да? Угу. Ксюш, садись. Я нарезала и так, кому как нравится. Я влог монтирую уже поздно, так уже 2 часа, у меня еще влог не готов. Ой, батарейка уже садится, так что... Сейчас мы будем... Мне... Я посмотрю, что мне нужно для лагеря и буду искать. Например, вот рюкзак мне нужен... Нужен большой рюкзак, у меня только
такие нормальные для школы. Школьные рюкзаки у меня только есть. Шлафсак – это мешок для спания, для что-то для физкультуры. Пижаму, ти-шерт, пуловер. Вандершу – это, в общем, просто обувь. Например, тапочки, ну, нам нужно с собой взять. Потом, как всегда, зубную щетку, зубную пасту. И нам нужно с собой брать полотенце, потому что из-за короны нам нельзя оттуда выбрать полотенце. Вот это. Одну я подарила моей подружке, и один я оставила себе. Мы это с собой возьмем в лагерь. Нужно потом, когда папа приедет домой, нужно его спросить. Если у него есть большой рюкзак, если нет, то я возьму вот этот рюкзак, и, наверное, еще такой маленький. Сейчас я пойду к моей подружке. Поеду на самокате к моей подружке. До 7 часов, мадам. У тебя на носу прыщ соскочил. А кто-то влюбится, значит. Про тебя спрашивают всегда, когда видео выходит в комментариях, про тебя спрашивают. Как у бабушки дела? Почему вы про нее не рассказываете? Вот бабушка. Я себе платьишко заказала на лето. Это что такое? Это чем намазали? Бальзамом, что ли? Это Каролина 100%. Измазюкала все в бальзаме. Маргарита еще не видела, наверное. Так, такое вот платьишко. Подожди, ну не мешай. Вот такое вот летнее платьишко я себе заказала. Такое вот, оно очень тоненькое, оно получается вот так вот в запах. Только придется вот здесь вот чем-то пристегивать, потому что оно немножко оттопыривается, раскрывается. Я не люблю так. Нет. Так, наверное, лучше будет видно. Тебе не нравится, что ли? Нет. Почему? Мне платье не нравится. Нормально, оно не сильно короткое. Мне кажется, хорошо. Это я взяла... 38 размер обычно. 36-38 я беру. Я думала, будет большой, но нет. Небольшое платьишко. Такие вот тут вот цветочки мелкие. А ты вчера кушала хлеб? Ну, вчера. Вчера целый день я ничего не кушала. Целый день, вот пока мы уехали, в горах пробыли, я ничего не кушала. Ни утром не кушала, ни в обед. Пойдем мы с Ксюшей поиграем в мячик. А они там тоже будут? На стадион. Ну да. На стадион, да. Угу. На стадион, на площадку. На площадку пойдем поиграем в школу. Сейчас. Так, время у нас 4:50. Был дождик, сейчас пока солнышко выглянуло, пойдем погуляем. Дома скучно. Не буду брать камеру, но возьму телефон, если что. Поснимаю, а то с камерой неудобно ходить. Ксюша ждет свои наклейки, она заказывала через Китай. Себе наклеечки на скейтборд. И уже прошло недели две, да? Три даже. Больше. Почти месяц прошел уже, да? Ну, там написано было либо в начале, либо в конце мая, или в начале июня. Уже начало июня. Поехали мы. На! Ты хотела сделать трюк? Нет. Ксюша. Не получается. Больно? Нет. Так кто же это с горки делает? Я. Нельзя это делать с горки. Мама, я хочу. Мы чуть-чуть поиграли и уже хочется домой. Иди забирай. Давай в мячик играть будешь? Пойдем. Поближе подходи. Окей. Опа! Почти. Как Ксюша в шапке еще, я не знаю. Зачем ты мешаешь? А я хочу тоже. Так. Мы пришли домой, не выдержали этой жары. Очень жарко. И это я попрызгала, чтобы мураши не залазили сюда к нам, а то они вон везде. Мы решили брызгаться. Пока жарко, пока солнышко у нас тут печет. Сейчас я достану шланг и буду поливать. Смотри на себя, смотри, какие щечки красные. Красные-красные. Будем? Все, я готова целиться. Вы готовы убегать, Каролина? Ты готова убегать? А я готова целиться? 2, 3. А ты вот так делаешь? Ну да. Вы бегайте.
все на радугу. Да, вот. Видно. Четко. Ой, четко. Еще. А как он стреляет? Ну давай стреляй ей. Подожди. А ты где? Все, набрызгались. Я буду прыгать сама. А уже воды нет, все. Мне тут уже Макс помогает. Я хочу испечь оладушки. Посмотрите, какая фасолька выросла у Макса. Смотрите. Он просто бросил вон туда вон фасольку в мокрую салфетку. И вот такая вот. И вот эту фасольку теперь нужно посадить. И вырастет у тебя фасоль-то. Ты водичку туда еще долил? Нет. Надо, чтобы было мокро. Да. Ну да, она мокренькая. Процесс пошел. Оладушки жарятся. Маргуша еще не пришла. Она еще у подружки. Они там бассейн набирают, оказывается. Установили бассейн. Сейчас? Да, и набирают его водой. Но у них специальное место есть для бассейна из бетона. У нас-то нельзя, у нас газон, а у них зато специальное место. У них там очень-очень маленькое, это, с газоном. У них меньше сад, чем у нас? Да, у них, знаешь, какой маленький. Да? И там собака только какает. Там собака, говорит, только какает, и все. Это такая ямочка классная. Чего-то я не понимаю, что такое с моими оладушками. Когда я их пеку, они поднимаются и пышные. Но когда я их вытаскиваю, они остывают и становятся вот такими. Сдуваются. Обычно они у меня пышные всегда. Под крышкой жарю. Вытаскиваю, и они сдуваются. Что, глазки чешутся? Давай. Давай будем капать глазки. Все, варенье взяли? Взяла, мама. Давай. Давайте, приятного аппетита вам. Спасибо. Парочку только съем. Ну, 10 штук где-то. Нет, парочку съем. Больше не буду. А почему? Потому что заканчивается на «у». Угу. Мы отсняли видео только что, наконец-то. Маргарита перебирала свою одежду, и я, конечно, в шоке просто. Я просто в шоке. Сколько у нее одежды. И она подходит ко мне еще и говорит: «Мама, я не знаю, что мне надеть. У меня ничего нету. Давай купи мне новое». Совсем уже. Вот посмотрите, вот это вот одна гора, вот это вторая гора. Там еще есть. Где? Вот там? У тебя еще футболки. Капец просто. Не надо, я уже. Это просто капец. Посмотрите, сколько у нее футболок. Все, я тебе ничего покупать не буду. Все, иди в баню. Пока не доносишь вот это все, пока оно тебе не станет маленькое, я тебе ничего не куплю. Шорты куплю. А майки не куплю. Вот еще раз только скажи, что тебе носить нечего. Я все вот это заберу и отдам. Я не знаю, что одеть. Ты что, совсем у меня столько одежды нет? У меня столько маек. У меня нет столько маек. Есть! У меня нет столько футболок. У тебя много штанов. У меня? Нет, у меня немного штанов. Да, у тебя. Да фигища штанов. Но у меня зато футболок нет, как у тебя. Позавчера подружка приходила. А сегодня одна. И они вот так вот туда-сюда, туда-сюда ходят. Папа, дурмир, Акиф! Да, она туда пойдет. Нет, она к ней пойдет. Я. Дай мне скутер. От подружки напишешь мне? Все, пока. Давай осторожно приедешь. Как приедешь сразу напишешь. Поняла? Я тебе Инстаграм. Да. Пока. 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 Моя Маргарита. Да, конечно, прям. Мам, я убираю. Чем вас меньше, тем тише дома, знаете? Я буду теперь. Папка приехал. И что у нас тут начинается? Бонни. 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 Где папа? Где папа? Где папа? Где папа? Она меня сейчас поцарапает. Все, встреча. Наконец-то. Наконец-то они встретились. Поцеловала. У нас тут такая гроза. Молния. Это ничего не шумит. Все, успокойся. Ты дома находишься, тебе нечего бояться. Чего боишься? Может, тебя не достанет? Не достанет, просто молния. Когда я очень маленький, ты надо бояться. Ну ты? Да.
Ты так маленькая. Наши младшенькие уснули опять на диване. Им, наверное, понравилось тут спать. А мы идем на кроватку. Да. Пойдем на кроватку. Пойдем. Чистим зубки, умываемся и спать. Час ночи уже. До завтра. Всем пока. Спокойной ночи.